сегодня мы начинаем увлекательную поездку. Мы едем в Орландо. Взяли машину на прокат, решили съездить в Орландо. У меня живет там сыночек Филипп. Будет для него сюрприз. Мы ему не сказали, что мы едем. Сделаем для него такой сюрприз. Приедем без предупреждения. Так, сейчас у нас 3 часа дня до Орландо. 3 часа на машине. 6 часа мы должны быть там. Посмотрите, какая красота. Мы выехали только что. По дороге будем включаться. Если будем видеть что-то интересное, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Посмотрите, какие маленькие пальмочки. Решила вам показать. Прямо вся дорога маленьких-маленьких пальмочек. Такие они разной формы. In 2 miles, take the exit onto South Tropical Trail and County Highway 3 toward Merritt Island. Друзья, посмотрите, мы заехали уже в эту, как назвать, деревню. Посмотрите, какие дома здесь. Класс. Мы в самой-самой, как в глубине Орландо. Так желаю. Только растительности. Просто мы едем как в джунгли. Класс. И сверчки даже. Слышно каких-то сверчков или как они называются. Не знаю, вам будет слышно или нет. Посмотрите, какой дом. Обалдеть. Это все выходит прямо на... Открыли свою машину, едем без крыши. Посмотрите, класс, вот люди живут прямо на берегу. Мы нашли наш дом, то есть не наш,
мы его сынули дом. Собаки, давай. Ага. Сейчас. Бей. We gotta go to supermarket. No, but we have to ask where is it because I don't see any supermarket. We're gonna take Philip with us. Mm-hmm. He don't know me. Oh, he knows. How? Oh my God, ящерица, ящерица, боже мой. Okay, мы сейчас сделаем сюрприз одному товарищу. Хочу посмотреть, как он будет удивлен. Боже мой. Hello. Hello. Mom? Hello. Mom. Mom. What are you doing here? I knew you're gonna say that. I knew you're gonna say it. Привет, пришла тебя увидеть. Wow. Да, потому что я за тобой соскучилась. Привет. You're very sunburned. Я сгорела, сына. Где папа? I have no idea. Сына, ты знаешь, где супермаркет здесь? Mm-hmm. А ты нам покажешь? Mm-hmm. Поехали, обувайся. То мы хотим. Ты точно знаешь, где супермаркет? Поехали. I have some homework to do, so... Да? Сейчас. Ну, поехали, съездим в супермаркет, потом будешь делать. Okay. Come in, come in. Ты кушаешь? Yeah. Гамазно, поехали, Юля, это недалеко супермаркет. It's like 10 minutes. 10 minutes? Okay, потому что мы хотели найти супермаркет. Но не нашли, у вас тут... Did my dad drive you home? He's not home? Филя нас ведет на экскурсию по дому. Посмотрите, как... Здесь Филя везде ящерица. Look, right there. Везде ящерицы, я их боюсь. Посмотрите, они везде. Ужас, Фира, ты не боишься ящериц? Нет? Мы же from New York. Мы боимся ящериц. Где собака Барабака? Да? Да чего себе? No, I never came. I never came here. This is a pool. Mm-hmm. Nice, that's a nice pool. Yeah. Big, right? Well, big. Uh-huh. Филя, ты плаваешь на лодке? Neighbor. He has a big... Не, на этой. Сына, как дела твои? Как твои дела? Как же я за тобой уже соскучилась? А это что? Джакузи? Yeah, it's not. It's not really working. It's not working? No, it works. It's look, you want jacuzzi. Nice, right? Yeah. Yeah, I'll show you the house. Ready for it. Okay. Huh? We have to close the door, Philip. We have to close the door over there. You didn't close? Yeah, I got it. That's a nice house. Филя, ящерицы в дом залезают? Yeah, I had one in my room today. Oh. Yeah. Take the shoes off. I don't want to give you some clothes. All right, come here. No, they don't want to have shoes on. Филя нам проводит экскурсию по дому. Ага. Okay, well, there you saw all the stuff. This is my dad's room. This is guest room. If you're planning on staying. And bathroom. This is my bathroom, but you should see. Okay. Dad's bathroom. Okay. If you. Okay. So this is your room? Yeah. Это Филина комната. Классно. If I knew you were coming, we would try to prepare. It's okay. Я сказала папе, чтобы тебе не говорил, чтобы сделал, чтобы тебе сюрприз сделать. Да. This is. Look at his bathroom. Nice. Wow. Look at this, a jacuzzi. Ничего себе. Тут можно жить, Филя, у меня вся комната такого размера моя. I've never seen a closet this big. Oh my God, this is a big closet. Yeah. Yeah. Oh,
Друзья, всем привет! Мы в Орландо. Мы остались с ночевкой. Спасибо за гостеприимство нашим родственникам. Вот такой замечательный день сегодня. Солнце, пальмы и вода. Мы решили покупаться немножко и поехать назад в Майами. Посмотрите на эту собаку-барабаку. Ей жарко. Ему жарко. Да, Горечка? Сонный, зевает моя собака. Ну что, мы на этом будем прощаться с вами. Закончим это видео о нашей поездке в Орландо. Друзья, как всегда, ставьте пальчики вверх, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал, буду рада новым подписчикам. Будет у нас еще много-много интересных видео о нашей жизни в Америке. Все, всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Чмоки-чмоки. Чмоки-чмоки. Ты мой хороший.